Визит временно исполняющего обязанности главы округа Дмитрия Волкова в микрорайон Путилково не просто знакомство с территорией, а рабочая поездка по многочисленным обращениям жителей. Да и реальное положение вещей можно узнать не от чиновников в кабинете, а от населения на земле, уверен руководитель округа. Я все-таки сторонник смотреть, где есть болевые точки, и постараться в кратчайшее время, где-то в текущем режиме, а где-то в большом, есть и глобальные всегда истории, я уверен, вы это знаете. На повестке общения с жителями вопросы, давно требующие решения. С 2001 года в частном секторе микрорайона обещают построить канализацию. Проект готов, прошел экспертизу, но требует значительного финансирования. Еще одна наболевшая проблема – недостроенная ливневая канализация на Братцевской улице. В этом году там была нарушена герметичность системы и произошел залив участков. Для этих и многих других вопросов в администрации округа обязательно найдут пути решения, заверил Дмитрий Волков. Причем в ближайшее время. Есть истории и поработать, посмотрим, по Ульяновской школе в части пристройки. Есть история о том, что посмотреть и по детскому садику. Есть пожелание большое в целом продолжать вот эту парковую зону. Поэтому с жителями будем на связи. Вот. Обязательно еще, сказал, в гости заеду. По крайней мере, приглашали и на блины, и на пирожки. Вот. Спасибо им большое. Но вот честно, такие встречи нужно продолжать. Встреча продолжилась в Братцевском парке, благоустройство первой очереди которого завершилось 3 года назад. Вторая очередь также окончена, но в нее не были включены работы по монтажу освещения и установке видеонаблюдения, что является основой безопасности жителей, отметил Дмитрий Владимирович и поручил включить эти пункты в 3-й этап. Вот давайте, как раз передачи, давайте. Я считаю, что видеонаблюдение поддержите жителей. Да. Здесь да, обязательно. Обязательно. Мы об этом просили. Конечно. Появились вопросы и к содержанию территории зоны отдыха, и к самому благоустройству. Небольшую пешеходную дорожку смастерили сами жители, не дождавшись ее строительства ни на одном из этапов облагораживания ландшафта. Николай, просчитай вот эту тоже историю. Хорошо. Это не дорого. Ребята, ну это же копейки. Да. Вот поверь, вот из-за всего, что я слышал, я считаю, вот это самое важное. Потому что тут реально люди сами смастерили, да, и ходят. Отработать все озвученные жителями проблемы Дмитрий Волков поручил профильным управлениям в самое ближайшее время. А результатом их работы будут обращения жителей не с жалобами, а с благодарностью.